Сегодня поговорим о топоре и точилке Fiskars. Топор X7. Друзья, всем привет! Вот мы со Светой приобрели топорик Fiskars финской фирмы X7. И с ним же в комплекте шла точилка. Для начала поговорим о самой точилке. Точилка предназначена для точения топора, вот значок, и ножа. То есть разъем один, а бруска там два. Один покрупнее для топора, второй помелче для ножа. Переключается это все вот так вот кнопочкой. Вот так на нож, так раз на топор снова. Нож, топор. Сама точилка вот такой вот прямоугольной цилиндрической формы. Снизу имеются прорезиненные ножки для того, чтобы поставил куда-то, взялся рукой и начал затачивать инструмент. Мы уже достаточно давно ходим в походы и постоянно требуется в походах топор. Раньше использовали различные дешевые топоры с пластиковыми ручками, но эти ручки моментально ломаются. И было неоднократно, что мы оставались в походе без топора, пытались выстругивать какие-то топорища, там еще что-то. Потом начали пользоваться обычными топорами с деревянным топорищем. Это тоже не совсем удобно. Во-первых, эти топоры сложно точить, чугунные топоры. Во-вторых, они достаточно тяжелые. В-третьих, топорище со временем рассыхается, топор начинает хлябать, его приходится где-то размачивать, расклинивать посреди похода. Это тоже неудобно. И вот приобрели топор Fiskars. Здесь с удара прочного пластика само топорище. Топор в виде колуна, вот, он очень неплохо колет дрова. Неоднократно уже в походах использовали. Я пробовал у моих друзей, у всех есть эти топоры. И вот мы решили тоже их приобрести. Вот так вот выглядит топор. Это Fiskars X7. Вот такой у него профиль в виде колуна, поэтому он достаточно неплохо колет дрова. Так, еще есть у этого топора такой плюс. Когда покупаешь обычный какой-то топор, то начинается проблема с тем, как его нести в рюкзаке. То есть нужно либо заматывать его в какие-то тряпки, либо изготавливать чехол. Вот, допустим, для обычного топора с деревянным топорищем я шил чехол из кожи. Ну, во-первых, это все муторно. Во-вторых, для этого нужен определенный инструмент, желание, умение, ну и материал. Ну а здесь ребята из Fiskars очень неплохо подумали, сделали уже в чехле топор. То есть он очень удобно сюда вставляется и фиксируется защелкой. Плюс есть ручка для переноски. Такой топор в рюкзаке не порежет ваши вещи, вы можете за это не беспокоиться. Вот так вот убираем фиксатор и вытаскиваем топор из чехла. Потом таким же образом вставляем топор в чехол, защелкиваем фиксатор. Все, он очень плотно сидит. Никуда не денется. Ну и в общем-то мы довольны своим приобретением. А про фирму Fiskars хочется сказать, что у нас есть лопата фирмы Fiskars, которую я использую при копе, когда на коп ездим. Теперь уже достаточно редко, но иногда все-таки выбираемся. Лопата замечательная. Топор
Хотя мы только купили, но я им пользовался достаточно. Я знаю, что это очень хорошая вещь, поэтому советую. Ну, точилку ребята используют, говорят, что как бы с ней все хорошо. Лично не знаю. Думаю, проверим. Еще также пользовались ножовками фирмы Fiskars. Прекрасная вещь. Разного, они тоже разные длины. У нас были две, самая маленькая и, по-моему, средняя. Вот. Ножовки очень даже неплохие, отлично пилят, отлично убираются в рукоять, тоже фиксируются, но они ломаются при минусовых температурах, то есть зимой лучше не использовать, это летний вариант. В общем-то, мы очень довольны фирмой Fiskars, поэтому и сделали себе очередное приобретение от них. Всем спасибо, подписывайтесь на канал.